Аня, ты у него на крючке. Я просто встретила человека, который заставил меня почувствовать. Теперь вы моя личная ответственность. Волнение? Это адреналин. Не путай с влюбленностью. Но ты не боишься? Боюсь. Ты сомневаешься, что он заинтересован? Да? Ищешь косяки в своем поведении, чувствуешь вину. Незнакомо? У тебя очень красивые глаза, Аня. Я не думаю, что из этого что-то получится. Почешешь мне? Это плохо кончится. Что ты ждешь от отношений? Не хочу, чтобы меня ломали. Если я веду с него уловки, то он меня поощряет. Если нет, то заставляет чувствовать себя виноватой. Значит, он устраивает тебе качели, но ты его до сих пор не послала. Да. И я не понимаю, почему. Какие кнопки он нажимает. Пожалуйста, больше так не делай. Как понять, твой человек или нет, если он все время включает режим хорошего? А потом ты узнаешь, что у него есть минусы, но уже слишком поздно, и ты оправдываешь его, потому что слишком боишься все потерять. То есть единственный способ переиграть его – это не бояться проиграть. Ты нарушил. Я объяснил. Послушай, я не хочу больше играть в эти игры. Все кончено, Матвей. Что кончено? У нас ничего нет. Люблю доверять, но это сложно.